Всем привет, друзья! Привет из Абхазии. Я нахожусь в городе Сухум. И мы решили покататься по городу на электричке. Вот отправились сейчас... на электричке, на троллейбусе. Отправились сейчас по центрального рынка на единичке. Это спасибо, ясно. Людей подождал, остановился. Город очень интересный, очень много разрухи, и в то же время очень много отремонтированных домов. Погуляли мы по набережной, походили по улочкам города. Но рынок сегодня не работает. А у рынка мы ничего не купили. Ничего не продают. Ни овощей, ни фруктов. Обычно сухумский рынок богатый овощами и фруктами. И травами, специями. Ну, а сейчас будем смотреть налево и направо. Опять какая-то остановка. Там море видно. Тепло сегодня, день солнечный. Троллейбусе. Я люблю снимать вот таким образом. Едешь, смотришь. На остановках можно немножечко обзорно поснимать. Вот видите, с левой стороны дома разрушенные. Это обычные, наверное, сталинки. Нет, хрущевочки, наверное, пятиэтажки. Как сушат, смотрите. К туйке привязали веревку. Природа богатейшая здесь. Видите, как белье сушат. Общежитие какое-то. Очень много домов вот таких вот высотных, одноподъездных. 9-10, наверное, этажей. Один подъезд. Рядом дом еще такой же, как свечка, с одним подъездом. Ой, как резко тормозит. И вот таких вот маленьких двухэтажных домиков очень много. Тут тоже что-то разрушенное. ₽5 проезд, я уже вам говорила. Цена не изменилась. В том году мы в феврале тоже катались на троллейбусах. Цена не изменилась.
какое-то правительственное здание, кажется. Смотрите. Высокое, красивое, с колоннами. А, это, наверное, посольство российское. Наш флаг висит. А вот с левой стороны разрушенное здание, ремонт идет. И выход на набережную, там мы гуляли в том районе. Здесь торговые центры. Ух ты, какой у нас оранжевый. Я даже не заметила. Какой мы, какой троллейбус прыгнули оранжевого цвета. Останавливается резко. Вот про это здание у нас был спор. Экскурсовод нам сказал, что это было, мэрия заседала вот в этом здании. Сейчас, кстати, оно в таком же плачевном состоянии, что и год назад. А в комментариях мне писали, что это совершенно неправильно. Вот кто знает точно, что это за здание, напишите в комментариях. Вот это вот большое здание, которое я вам сейчас показываю из окон. Благоухает, пахнет вкусно, цветы цветут, сакура цветет, магнолия цветет. О, цыгане, кажется, зашли. Не дадут сейчас поснимать, как громко они разговаривают. Так, мы проехали, чуть попозже еще поснимаем. Вот еще дом какой, смотрите, старый. Как они громко разговаривают. Очень громко разговаривают. Не обращают ни на кого внимания. Ну, у нас еще одна остановка. Через две остановки мы подъезжаем к вокзалу. И поедем в Новый Афон на маршрутке. Смотрите, какая зелень богатая. Очень тепло на улице. Прям такой, знаете, весенний день, как в мае. Люди так по-разному одеты. Вот еще интересное здание. Сейчас смотрите. Что это интересно? Очень интересное здание. Колонны какие-то, терраски. Но тоже не рабочие, не в рабочем состоянии. Кое-где окон нет, а вот новые окна, смотрю, уже стоят на третьем этаже, вставили новые окна. Что это интересно за здание? Вот еще одно здание напротив вокзала. Так и не отремонтировали. Без окон, без дверей. Ну вот, через дорогу у нас вокзал. Мы поедем на маршрутке. На Новый Афон.
Так, можно идти, да, машины встали? Да, я думаю, да. А вот колледж в Сухуми. И мы уже подъезжаем. Город меняется на глазах, все краше и краше становится. Очень много уже отреставрированных домов. Чистота, порядок. Ну, я думаю, еще несколько лет нужно, чтобы навести порядок. А, новый Афон. Автобусы стоят, но тут по мере заполняемости, как людей посадят, наберут там человек 10, так он отправляется. А я еще хотела пройти, посмотреть вокзал Сухумский. Ничего не отремонтировали, но вот в этом здании продают билеты, оно единственное работает. А вот сам вокзал, так он и не работает. Не отремонтировали. Когда-то было красивое здание. А вот сейчас что мы видим?